Друзья, гости канала, подписчики, всем привет! Всех с прошедшим Новым годом! Пойду расчищать дорожку снегоуборщиком. У нас идет снег. Роликов не было, я маленько приболел, но сейчас же получше уже. Уже хожу нормально. Прихватило спину жестко, прям перед Новым годом. Такое бывает тоже. Прошел, посмотрел дорогу. У нас выезда нет уже сутки. Сидим, говорится, в блокаде. Сегодня уже 2 января, дороги нету. Администрация пока не может, скорее всего, новогодние праздники мешают. Как-то так, наверное. Сейчас снегоуборщик достану, потом покажу дорожку. Снегоуборщик у меня Кротон. В использовании уже, наверное, лет 8 у меня он. Да, на 2 год его купил. 9 сезон. Ломался только выброс, но я показывал, варил 2 раза уже его. Там внизу маленько ножи дорабатывал. Больше ничего не делал. И один раз разбирал, как будто ходовую. Это в первый, на третий год, наверное. Подшипники все смазал, все смазал, что там вообще ничего не было. И ничего не менял, ни ремни, ничего вообще. Все работает. Вот такая вот моделька. Так, сейчас подсвечу. Мало ли кому интересно будет так. Не засвечивало. Вот так. Дальность выброса снега 6 метров больше кидает. Главное, говорится, поддать ему. И полетит все. Так, все, сейчас запускаю. Пошла, расчистил снег на горку. Что-то меня забарахлил. Сейчас посмотрю. Так, вот фронт работ. Тут буквально 100 метров туда-сюда. Ну, в одну сторону, около 100 метров. Даже поменьше. Метров на 70 надо пройти в одну сторону и обратно. Снега под бордюру, ну, получается, в районе полуметра местами. Но машина не пройдет без вариантов. Я только снег штурмовал. Сейчас прочищу туда-сюда. Надо воды привезти. Вода дома закончилась. Так бы и париться не стал. Почти 10 минут проход туда-сюда. И то я там до конца дочистил. Снег слежал, и толкать приходится тяжело. Это вон рекламщики показывают. Там снегоуборщик прет, как танк. Все это по ушам людям ездит. Хоть он гусеничный, хоть колесный. Будете его пихать руками, и снег слежал. Вот сверху снег. Пушок. А ниже наст. Все. Дальше слои наста сильнее, ветер был. Снега не было, а ветер был. Они еще плотнее. Снега там вроде как и меньше, но очень плотный.
И его только разбивать так вот руками. Вперед, назад, включая максимальную скорость вперед. Тараним, откатываю руками, потому что назад он черепаха. И вот так вот поступательными разбиваешь, разбиваешь. А то, что там скорость включишь, там будет ехать и будет чистить, все это сказки и бред. Ну, это для тех, кто хочет приобрести, как бы, тоже, чтобы люди не думали, что все так просто и легко. Это тяжелый труд, но это легче, чем лопатой в разы. Если снег легкий, или, допустим, там, где вот не чистился, он такой, как сахар, сыпется вообще. Он тащит сам, едет сам, делать ничего не надо. А вот динонос, именно дорожный вот эти, он тяжелый снег. Вот, расстояние, я все прочистил. Ну, туда-сюда 10 минут, сейчас еще 10 минут, и все, вот получится 20 минут. Как говорится, полста метра дороги я расчистил. А вот 4 прохода, АК пролезет, съездить воды привезти, мусор вывезти, да и все, наверное. А ждал, думал, придет администрация, а не, нифига. У нас сегодня 2 января, им пока не до этого. Ну, в максималках снег, вон, почти по колено здесь вот. В таких местах. Вот он, сапог мой. Так вот. Вот снег. Местами он там повыше есть. Вот. Но он такой, падающий. Максимум поменьше чуть-чуть. Но машину уже не проедешь, чтобы брюхо, под брюхо набьет. А была бы Нива, либо что-то полноприводное, тяжелое, говорится. Продавил бы, прошел. А кушка, корона не. Передние приводные бесполезны. Все, сейчас еще 2 проходика. Почищу, все будет аккуратненько, чистенько. Чищу уже здесь много лет, как бы, не парюсь. Проще было мне даже там пройти. Вон там снег, сейчас пройду, покажу. Вот снег этот плотный. Тут только от бордюра тут пробить тяжело будет. Ох ты, провалился. А вот снег тут вот дальше, вот он. Сейчас зайду. Вот, докуда не чистится, вот он рыхлый. Он такой снег чистится вообще легко снегоуборщиком. Даже он будет больше полуметра, он будет идти вообще спокойно. Для него это будет не нагрузка. Он рыхлый, до самого низа он мягкий. Пухляк, сахар, он пойдет спокойненько вообще налегке. А вот наносный снег, он тяжелый. Ну тут я иду, я почти до самой земли проваливаюсь. А этот снег идешь, прожимается он. И не до конца. Но он плотный. Все, сейчас почищу. Аппаратик в хозяйстве вещь нужная. Не стал заморачиваться, сделал 3 прохода. Еще 2 раза прошел, почистил. АК пролезет тут 1,5 метра, есть даже больше. АК у нас маленькая. Проскочит. Да, тяжело все равно. Вот. Такой туннельчик. Кто скажет, что руками бы расчистил так же быстро, приезжайте, посоревнуемся. У нас как ветер и снег, то все. Места полно копать. Я раньше чистил до подстанции. Это почти 1 километр, первый год. А, нет, 2 год мы здесь жили. Первый год снега было мало. У меня был треугольник, цеплял за оку, как бы перезимовали. Но мне-то так надоело. Вот это место я чистил руками. Вот эту ложбину. Я от нее реально устал. Потом поехал, снегоборщик взял. В ипотеку, так сказать. И все. Что покупка дорогая была тогда, и сейчас они тоже дорогие. Но честно, вот после покупки моя спина отдохнула. Потому что рыть снег, который надуло, тяжело. Ну, а прошелся тут до гравийки, как бы там дорога есть. Там наносик есть, но машина протопчет, проедет. И вроде как кто-то ездил, выезд есть. Ну, нынче как бы первый раз, у нас уже 2 января 24 года, дожили. Первый раз нынче дороги нет. Вот уже сутки я жду, думаю, может приедет трактор все-таки. Нет, никак пока, видать. Все-таки новогодние праздники трактористы затянули пока. Сейчас там уже дом еще выкину. Да пойду, соберу мусор, да. Бутыли съезжу, водички привезу. У нас вода есть своя скважина техническая, а питьевой воды нету, возим. У нас тут часть проводили воду. Будем вызывать их нехорошие люди. По-другому не скажешь. А даже нас не уведомили, что они будут тянуть воду. А потом, когда уже увидели, что работа техника, подошли, спросили, они говорят,
Вы сами отказались. Даже родственники у него там, Алексей с Натальей, жили, так сказать, не тужили. Себе воду сделали и про нас забыли. Ну, такие люди тоже бывают. И теперь мы с такими не общаемся. Ну вот они суть. Людей говенных много. Так что если смотрят, привет им пламенный. Так, пойду я чистить дальше. А всем, говорится, добра. Всем пока.